Для тех, кто не боится гастрономических экспериментов, любит пищевые контрасты и способен оценить оригинальную идею, такое печенье станет приятным сюрпризом. Для любителей острых ощущений, с виду обычное шоколадное печенье, но только с виду. Вот вы его откусываете, сначала чувствуете сладость сахара, затем ощущаете легкую горечь шоколада, а завершает эту гамму вкусов крупинка нерастворившейся соли, которая удивительным образом подчеркивает и оттеняет вкус шоколада. Эта крупинка остается на языке, освежая ваш вкус перед следующим печеньем, а то, что рука сама потянется к следующему, даже не сомневаясь. 1. Предварительно разогрейте духовку до 170 градусов. В миске соедините яйцо, шоколадную пасту, сахар и муку. 2. Взбейте тесто с помощью миксера на средней скорости. 3. Сформируйте одинаковые печенья из получившегося теста и посыпьте каждое щепоткой соли. 4. Выпекайте печенье в духовке 8-10 минут. Приятного чаепития!